Познакомьтесь, Сьюзан Этей, профессор экономики, консультант и исследователь. Этей имеет степень бакалавра в области экономики, компьютерных наук и математики Университета Дьюка, Дюрем, Северная Каролина и доктор наук экономики в Стэнфордском университете. Была профессором в университетах Стэнфорда и Гарварда, а в настоящее время работает в Высшей школе бизнеса Стэнфорда в качестве советника, профессора и консультанта-экономиста, а также в таких компаниях, как Expedia, Microsoft, Xseed Capital, Nyca Partners и другие. Помимо этого, она входит в команду Ripple, одного из самых популярных альткоинов, в качестве члена совета директоров.